Это моя квартира, где я проживал, на третьем этаже. Я не верил в то, что это война. Я не верил, что Россия может вот нанести урон. Вот моя квартира. Прожил здесь всю свою сознательную жизнь. И что получил в конце концов? Разруху, неурядицу и в конце концов злыднем стал. Насколько был большой взрыв, что открыло балкон, перекинуло меня через две кровати, оглушило, и я не мог выйти, я час дверей не мог найти. Было все, и одежда, и мебель, и только ремонт сделанный, и вдруг тебе я один остался и в разрушенной квартире. Как вот мне дальше жить? Любви неведомы расценки, ее за горло не возьмешь. Но от любви порой, когда отвергнут, на стенку ты ползешь. Я здесь живу с мая месяца. Тут я бездельем не занимаюсь. В шахматы, в шашки играю, четверостищем занимаюсь. Сам я родом с Богодуховского района Харковской области. В Изюме проживаю из 66-го года. Работал в энергосистеме. Сын сейчас переехал в шелтер в Германию. Квартира осталась. Был специалист 272 тысячи, чтобы остановить ее. Вот скупилась своим подопечным, продукты купила. Сама я из города Луганск. Приехала сюда в 2014 году, работаю на Салтовке. До войны у меня было 11 человек, сейчас у меня 21 человек. Девочки выехали со своими семьями в другие города, в другие страны. Вот. А кто мы здесь остались вот работать, вот поэтому такая большая нагрузка. Самое сложное было, когда не было связи. Ни телефонной, ни интернетной, не работали магазины, все было пусто, не работал транспорт. Когда мы носили продуктовые наборы, то нам из окон, из балконов кричали люди о помощи. А я стояла с этими пакетами, и я не понимала, что мне делать. Мне их было настолько жалко, просто сердце разрывалось, как быть. Здравствуйте, Галина Владимировна, добрый день. Здравствуйте, Галина Владимировна. Идем, моя золотая. Яйца, хлебушек, маслечко и колбаска. Спасибо. Сколько денежек я должна за все? Получается 270 гривен. Пожалуйста. Прекрасно, хорошо. Как у вас дела? Была у бабушки. Ей нужно помочь убирать, а у нас не хватает времени. Самое необходимое у нас сейчас это продукты, лекарства. Не думала ты, что на старости я останусь одна. Так думалось, что всю жизнь мы будем вместе. Так случилось, что ж теперь. Мы прожили 30 лет, любили друг друга. Все было хорошо, пока не заболел. Он пришел с работы и умер к вечеру. Детей у нас не было. Не дал нам Бог деток. Так. Жизнь прошла.
Ну вот, куда ж мне ехать, эвакуироваться, если вот мешок лекарств с собой надо везти. Но основное заболевание – это сахарный диабет, инсулинозависимый. Две позвоночные грыжи, поэтому ноги очень болят. Практически далеко я не хожу, только где-то там возле подъезда. Во время уже войны оборудовали бомбоубежище, но с палкой туда не зайду. Поэтому я никуда и не ходила. Сидела дома, дрожала, боялась, ну а куда деваться? Я очень благодарна соцработникам за их помощь, потому что я не знаю, что бы я делала без них. Пришлось бы, наверное, куда-то, ну не знаю, куда, в интернат какой-то или куда. Жить лежа очень плохо. Кроме потолка, стенки, дверей, гардероба, ничего. Я с людьми не вижусь. То, что я без солнца. Я себя считаю счастливым человеком. Может, мне повезет, когда я отсюда выберусь, только когда. Все зависит, когда кончится война. Обидать будем. Обидать будем. Да. Так, сейчас мы опускаемся. Сейчас я... Ой, ох, вибачай. Давай, на место. Ну, ще в нас 30 душ тут. 12 чоловік у нас, яких треба перейдіть памперс, помить, підмить. У мене все спина зірвана вже зараз. Тому що я її так тягла. А вона ж в мене не одна, в мене там є люди ще поважчі і побільші. Короче, хай постой, я піду візьму, мені треба старти стол. Родилась я в Донецьке, а всю життя прожила в Краматорську. Нет, до 20 апреля 22 года я жила в своей квартире. Нанимала людей, чтобы меня поднимали. Два раза в неделю мы обязательно то в парк, то на фонтан, там у нас все близко. Как день рождения у меня обязательно я была, как она приглашаю. Гостей инвалидов. Я компанейский человек. А потом, когда началась война, я решилась уехать, потому что 29 апреля не стало света во всем городе. Мне бы все нравилось, если бы меня вывозили. Больше 3 месяца меня уже не поднимают. Я боюсь, что у меня может и тело атрофироваться. Это моя тетя Валя, сестра по папе. Яблочко хочешь? Да. Тете Вале 86 лет. Она за мной уже ухаживает почти 20 лет. Ну, мы живем вместе с дня ее рождения. Тетя Валя меня и водила. Я ее и водила, и учила водить, и так далее. С ней гуляла. Привязанность как к своему ребенку, что ли. Сын меня обвиняет в том, что ты меня бросила ради Вали. Понимаете? Хоть он и больной, а я не могла к нему поехать, ее бросить ни на кого. Раньше она была очень веселой. Сейчас, конечно, она очень много плачет. Мечтаю, чтоб меня посадили в коляску и вывезли на улицу. Я этого очень сильно хочу. Но ничего не получается. Мечтать, да. Любила в детстве. Люблю помечтать и разгадать
ту мечту, которая меня больше всего интересует. На кладбище у мужа я уже несколько лет не была. Мечтаю попасть на кладбище. Сейчас моя мечта встретить Жиночку, которая бы легко чувствовала собеседника. Літературна зустріч – це завжди здорово, високо, бо про поезію не можна казати принижено. Мені приємно буде зустрітися з цим чоловіком і поговорити не тільки о поезії, а й о житті. Так, Тетяна Олександровна? Подумать, да? Вітаю, вітаю вас, люби, вітаю. Пропустите, пожалуйста. Здрасте, мой золотой. Как тут спокойнее, чем у нас? Ты здесь лежишь, ничего не знаешь, что у нас творится. Тревога, слышишь, какая, как гудит. И у вас тут из-за этого все позарастало, никто не убирает. Боже ты мой. Когда же это все закончится? Что, Галочка, едем на двор? Да. Ну, гайда, поехали. Ну, давай. У нас лежача, мы не можем. Я зараз закрою все. Дядя Фаина. Отлично. Галя решила вас проведать. Да нет, Галка. Да не, поверх. Вот так. О, ты. А, ты со столом своим, да? Да. Вот, молодец. На нашей улице праздник. Да, да. Была свое? Да. Значит, слушай, не плачь. Да. Они раньше песни пели вместе в прошлом году. Да. Ну, давайте споем. За все тобі я дякую, що ти у світ прийшов, і душу змучену мою для вічності знайшов. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що небо дав, мене своїм назвав.